потому что считаю должным всем, кто знал Алексея, идти проститься. Вы следили, да, за ним? Ну, как за... Конечно. Что для вас его смерть? Я это воспринимаю как личную потерю. Очень тяжело это переживать. Страх был сегодня приходить? Нет, абсолютно. Мне кажется, никакой страх не переборет горе от потери этого человека. Даже мне внутри себя это было необходимо. А страшно было сегодня приходить? Я в том возрасте, в котором уже не страшно. Я не могла не прийти, потому что я считаю, что я должна последнюю дань человеку отдать. Не боялись? Ну, страшно было очень, и мы пораньше приехали, стояли и, так сказать, долго прятали свои цветы, камеры. А сейчас я понимаю, что надо это делать и говорить. Приятно сейчас находиться в компании единомышленников. Здесь, я не знаю, больше 10 тысяч людей, и никто не боится, и все знают, чего они хотят. Да и пришли мы, наверное, просто потому, что почтить память человека, которого также не боялся ничего. И, кстати, я безумно восхищаюсь Юлией Навальной. Не знаю, принято ли об этом сейчас говорить, но она очень сильный человек. Давление, наверное, чувствуется, но когда здесь только людей, то, наверное, нет. Вместе не страшно. Потому что это человек, который когда-то заставил меня заинтересоваться политикой. Это человек, который, ну, типа, множество людей, в том числе и тех, кто сейчас стоит здесь, кто-то не может прямо сейчас здесь оказаться в силу того, что в другом месте находится или занят. Ну, он вдохновил множество людей. И многим здесь важно просто увидеть людей, которые, ну, согласны с тем, что произошедшее ужасно, и увидеть, что таких людей много. Вот.